мои хорошие, с вами Селена Свы, и сегодня у нас будут покупочки с Алиэкспресс. Да, давно их уже не было, и я их ждала очень мало, заказала на самом деле на Алиэкспресс и в разное время, поэтому все очень долго и медленно ко мне тянулось, но когда я зашла на почту, и на почте пришли очень классные украшения, бижутерия, я подумала, что ладно, все, хватит собирать Алиэкспресс, пора уже вам снимать видео. Поэтому я скорее бегу и спешу поделиться с вами своими новиночками с Алиэкспресс. Поехали! Итак, давайте с чего я начну. Это первое, это с теплых колготок, которые я, как вы знаете, я не одеваю ничего на себя, пока вам не покажу. На Алиэкспресс я увидела вот такие черные колготки. Цены я буду писать где-то здесь или здесь, потому что я просто не помню, что сколько стоит. Они мне понравились тем, что они, знаете, вот, ну как бы выглядят такие, как капроновые, черненькие, вроде бы как, да, такие обычные колготочки. Но это не колготки, нет, лосины. Они здесь с очень интересной такой, с таким манжетом, что вы их можете завернуть в обувь свою, да. А вот этот сверху, допустим, будет обуви, да, и то есть, ну, как бы вы утеплены, но, тем не менее, ну, вы поняли, да, весь этот прикол. Так, сзади и спереди у нас по две полоски, я не носила, не знаю, ну, короче, здесь мне понравился вот этот вот начес просто. Классный начес, то есть это значит, что, и они еще завышены, это значит, что мы можем выглядеть хорошо и тепло, как в колготочках черных классических, которые подходят под все, но при этом очень утеплены. У нас сейчас неожиданно на улице возник мороз, честно говоря, мне эти колготочки бы и не пригодились ранее. Кстати, я извиняюсь сразу, что у нас ремонт идет, но, к сожалению, если я буду подстраиваться под ремонт, то я просто буду выпускать очень редко видео, поэтому я взяла микрофон и стараюсь еще более громче говорить. Так вот, в связи с тем, что сейчас такая погода у нас, эти колготочки мне очень хорошо пригодятся. Давайте я их померю и посмотрю, как они на мне сидят. Все ссылки, кстати, я оставлю под видео на каждый из товаров, где я покупала. Колготочки пришли достаточно быстро. В принципе, все товары мне пришли достаточно быстро, если рассуждать от того момента, как я их заказала. Вот, просто я не могу же вам показать, пришла мне, допустим, там вещь одна. Я же не буду вам показывать на видео одни колготки. Поэтому я продолжаю ждать, а бывает, думаю, блин, мало чего-то я заказала, надо еще заказать, делаю снова какой-то заказ, и только потом, когда мне все придет, я начинаю снимать видео, поэтому все вещи достаточно быстро пришли. Кстати, давайте не буду вас томить, и я хочу выглядеть очень красиво на видео, и я хочу одеть уже какие-то сережки, которые мне пришли. Как вы знаете, из бижутерии я очень люблю сережки, и на Алиэкспресс я увидела просто невообразимое количество сережек, и теперь я более-менее еще не совсем разбираюсь, какие сережки под что подходят, под какой лук, да, то есть я пока что с вещами играю, там, что, где, как купить, да. А с бижутерией еще это отдельный, мне кажется, пласт, надо изучить, получить насмотренность, какие сережки, под что одевать, чтобы они подходили к моему лицу, к моему овалу лица, под мои глаза, под волосы, не знаю, в общем, под одежду. Но мне кажется, я заказала какие-то более-менее классические, более-менее универсальные сережки, и я думаю, вам понравится. Давайте скорее их сейчас откроем, и я на себя что-нибудь надену. Так, это не сережки. Так, первое, вот, кстати, мне кажется, вот эти сюда очень хорошо подойдут. Первые сережечки, это такие, они золотые, они немножко изогнутые, но они без всякой какой-то дополнительной фурнитуры, то есть они прям такие классические. Мне кажется, отлично сюда подойдут. Еще для меня очень важно, чтобы вот этот гвоздик сам, который входит непосредственно к нам в ушко, чтобы он был тоненький. Потому что есть толстые, которые вот реально, пока ты их засунешь... О, такая защелочка классная, слушайте, мне нравятся вот эти вот. Ну-ка, я их прям взяла и прям чувствую, что они лучше всех тех, которые у меня есть, подойдут именно сюда, под мою вот эту водолазочку из Фаберлик. Да, мне кажется, идеально, посмотрите. Очень красиво смотрится, я вам еще покажу поближе их обязательно. В общем, в них я буду продолжать дальше вести это видео.
Ночные сережки мне нравятся, я полностью довольна. Мне очень нравится заклепочка, она очень крепко держится. Нравится цвет, нравится размер. И вот уши мои как бы нормально себя чувствуют. И они матовые немного. Так, еще я заказала, естественно, другие. Так, сейчас я еще покажу вам другие. Боже, у меня еще есть помада трэшевого цвета. Так, я ее в конце накрашу. Следующие сережечки, они тоже идут такие очень аккуратненькие, классические. И тоже они бы сюда прекрасно подошли. Когда сережки асимметричные, это тоже очень интересно смотрится. И здесь такая интересная симметрия. Мне кажется, сюда они тоже бы шикарно подошли. С камушком и тоже золотого цвета. Застежечка у них гвоздики. И сейчас покажу вам еще одни, они более такие громоздкие, но мне кажется, что они тоже шикарно подошли. Я укололась. Сережкой укололась. Больно так было. Вот они, сережки. Я, честно говоря, не ожидала, что они будут такие большие, но они, тем не менее, красивые. Можем даже вот так немного примерить. Посмотрите даже на разницу. Как, насколько они больше, да, то есть это такие крупные, уже может и под платье подойдет, под более что-то такое, знаете, прям более яркий образ и так далее, но мне прям они, честно говоря, тоже очень-очень сильно нравятся. Так, поехали дальше. Что же я заказала на AliExpress? Бижутерию я вам уже показала. Что здесь еще интересненького у меня есть? Помните, я в прошлый раз покупала носочки? Они были очень такие классненькие. В этот раз я заказала еще носочки себе. Но они уже идут классические, прям котенок. Видите, прям лапки-лапки. Мне, честно говоря, очень сильно понравились те носочки беленькие. Прям очень. Реально, когда их одеваешь и заходишь куда-то в гости, ты как котенок лапками идешь. Прям класс. Видите, с другой стороны прям лапки-лапки. И вот эти носочки, они повыше. И они как раз таки, ну как бы для зимы еще более. И может еще даже торчать такая волосяной покров из кроссовки или еще откуда-то. Но самый прикол это именно, когда вы приходите в гости, да, вы в джинсиках или в чем-то. И просто у вас вот такие вот лапки. Вы ходите лапками. Мне прям понравилось. Я вот такие взяла еще такой расцветки, значит, и более высокие. Еще я взяла очень непонятные штуки, мне прям захотелось очень попробовать. Это для того, чтобы типа правильно писать. Я не поняла. В Китае всегда что-нибудь придумают интересненькое, и ты потом думаешь, как же это применять. Это такие резиновые разноцветные штучки. Сюда как бы ты ребенка, что ли, учишь рисовать. Ты сюда вставляешь пальцы свои вот так вот, да? А сюда в эту трубочку ты вставляешь карандашик или ручку. И вот ты как бы раз взяла пальцами и ты пишешь. То есть, слушайте, а прикольно, да? Ты учишь ребенка вот так писать, как держать карандашик или что-то. Вообще, отличная вещь. Надо попробовать что-нибудь написать. Но я уже чувствую, что это будет замечательно. Так что если ребенок мой не будет правильно держать ручку, я ему засуну сюда пальцы, ручку и скажу: вот, вот, смотри.
Так, ну и наконец-таки мы подошли к самому интересному, на мой взгляд. Это вот такая вот помада. На картинке она выглядела прям вот такой вот сине-зеленой. Мне прям очень захотелось именно вот затестить этот цвет бледный какой-то. Но на самом деле ведь оно может быть совершенно непонятное, поэтому нам надо затестить. А номер 20 помады открываем. Что мы там видим? Она должна быть в форме русалочки. Давай. Ох ты, какая красивая. Реально русалочка. Невероятной красоты помада. Блин, я уже пожалела, что, честно говоря, взяла ее прям непонятного цвета. Давайте открутим, как она тут откручивается. Блин, и она сейчас сине-зеленая. Ну, понимаете, я трэш-контент хотела. Реально. А может, она будет как просто блеск? Слушайте, ну запах могли бы и получше придумать. Запах действительно могли бы придумать получше. Давайте, может, я не буду тогда красить себе ее на губах. Я просто ее сделаю сводчик и покажу вам, что за цвет. Хотя с таким цветом очень было бы интересно посмотреть, какая она на губах. Все-таки, наверное, я ее накрашу. Поэтому я бегу скорее и смываю свою помаду. Почему-то смытая помада мне всегда нравится больше, чем только накрашенная. Смотрите, какой сейчас красивый цвет, да, натуральный. Итак, давайте накрасим сейчас нашей помадой зеленой. Что же будет? Ага, зеленая. Конкретно зеленая. Но если делать не толстый слой, то она просто выглядит как блеск с зеленым отливом. Да? Просто как блеск с зеленым отливом. Ну что, мои хорошие, вот и все были покупочки с AliExpress. Я надеюсь, мое видео вам понравилось и что-то из этого видео понравилось. Мне больше всего, так как я до этого ничего не распаковывала, мне больше всего понравились, как всегда, носочки. То, что мне очень нравится. И, конечно же, вся бижутерия. Кстати, если вы зайдете по ссылке, то вы увидите, что... То есть в этом магазине, где я брала бижутерию, я бывала в одном магазине, брала несколько. Там огромнейший выбор. То есть вы можете себе выбрать не именно такие прям сережки, как я себе выбрала, да, а другой формы, поменьше, побольше. В общем, смотрите, и цены реально просто смешные. Поэтому я вам рекомендую именно эти магазины. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео, а от вас жду лайк, подписку и пока-пока!